Рассмотрим функционал измерителя магнитного поля модели DT3G производства компании SEM Instruments. Итак, сам прибор. Ну, видите конструктивно, как он выполнен. Питается вот от одной батареи 9 вольт. Она уже здесь установлена. Применение крайне простое. Включение. При включении прибор переходит в режим измерения. В данном случае 1,1 миллигенри. Единицы измерения можно изменить на Тесла. 0,12, 0,13 микротесла. Результаты можно зафиксировать на дисплее кнопочкой Hold. Можно установить режим фиксации только максимальных значений кнопочкой Max. Ну, как видите, 0,13 микротесла, и они зафиксированы. Допустим, назад. Ну, по сути, и вся функциональность этого прибора. Вот. Для выключения нажимаем кнопочку выключить. Он сам может выключиться через определенное время. Есть функция автовыключения. Поставляется вот с таким чехлом. Вот. И вот в такой коробке. Вот, пожалуй, и все.